Здоровый образ жизни как тренд – это отличный повод пообщаться с моим следующим гостем. Это Виктория, основатель студии персонального фитнеса? Да, это студия персонального фитнеса «Капсула». Расскажите, чем вы занимаетесь в «Капсуле» и почему именно выбрали направление «Здоровый образ жизни»? Здоровый образ жизни я выбрала, потому что я его соблюдаю сама, строго дисциплинированно, как положено во всех его традициях, и хочу заряжать и учить этому людей. Мы обеспечиваем не только движение людям, но ориентируем их в целом на ЗОЖ, правильно питаться, вести правильное питание и, соответственно, принимать всякие нутрицептики, витамины, дополнительную поддержку, все, чем необходимо обеспечить организм для того, чтобы, собственно, этот здоровый образ жизни мог поддерживать. Вот насколько необходимо применять дополнительные, кроме тренировок, какие-то дополнительные добавки, может быть, спортивное питание для того, чтобы чувствовать себя хорошо и быстрее восстанавливаться? Это очень индивидуально, обязательно нужна консультация врача перед тем, как начать любые приемы витаминов, добавок. Это не кажется очень безвредным. На самом деле это серьезное решение, серьезные последствия у них могут быть. Обязательно нужно консультироваться со специалистом. А вот по поводу правильного питания мы ориентируем и инструктируем людей со специалистами, которые называются диетологи. Самые топовые тренировки, которые проводятся в вашей студии? В нашей студии все тренировки проходят персонально. Мы индивидуально под человека. Это как отпечатки пальцев или сетчатка глаза. Слишком индивидуально для того, чтобы иметь схему. Мы делаем тестирование для человека, выявляем его слабые места, сильные зоны, сопоставляем его с его целями, желаемым результатом. И только в ходе этого составляем персональную программу, которая поможет достичь именно его целей. Как поддержать уровень собственной мотивации для того, чтобы приходить на тренировки и заниматься? Потому что спорт — это... Ну как, это только кажется, что все очень просто. На самом деле это такая внутренняя дисциплина, должна быть и работа вестись. Вы знаете, когда это персональные тренировки, самый важный фактор, он на самом деле не очень значимый, но людей мотивирует больше всего, что тебя ждет тренер, тебя ждет человек, и это обязательство, это про ответственность. У тебя есть уровень ответственности, ты занял время тренера, он тебя ждет, и ты обязательно приходишь. Главное себя донести до студии, а потом занятие начинается, настроение поднимается, эндорфины, движение. Что пожелаем всем нашим телезрителям для того, чтобы они поддерживали здоровый образ жизни и, возможно, стали вашими постоянными клиентами? Правильно питаться, больше двигаться и сохранять хорошее настроение. Ну и приходите к Виктории, потому что Виктория знает, как поддержать не только хорошее настроение, но и здоровый образ жизни, и как поддерживать уровень собственной внутренней мотивации, и как сделать так, чтобы тренер не расстраивался, когда вы не доходите. Всего доброго. Спасибо.